после боя тебя выпустили в клетку раскачивать нашу с тобой историю. Это в интересах наше дело, я это понимаю, но в тот день внимание было далеко из-за пределов поп-ММА. В бэкстейдже были половина ЧБД, там, Кирилл Ти-Фест, Сквозь Баб, Джарах, кого там только не было. И в такой день столько хайпа делить с тобой клоуном я, естественно, не собирался. Вот. К сожалению, наш с тобой диалог, как и мой диалог с Эдвардом Биллом, вырезали. Но, тем не менее, остался кусок, где я говорю, что я хочу этот бой, и давайте договариваться про него вперед. После боя у меня брали интервью, в котором я сказал, что я хочу этот бой, давайте договариваться. Но что-то я от тебя никакой инициативы не услышал. После моего концерта в Юнионе ты дожидался меня несколько часов. Я вышел примерно в 4 часу утра один. Ты вышел из машины и подошел ко мне. Ты помнишь, что я тебе сказал? Я тебе сказал: «О, Диман, пойдем пройдемся». Ты не отошел от машины. Вышли Сережа Саббокс, Гриша Сварогов, татуист питерский. Мои музыканты вышли, моя жена вышла. Миша Колесников, владелец Union Bar, вышел. Я тебе все равно предложил: давай отойдем, Диман, вместе пройдемся. Ты отошел от машины? Нет. И только когда я заглянул в машину и увидел, что в машине твои пацанчики, я понял, почему ты от машины отходить не хочешь. Я тебе третий раз при всех предложил: Диман, давай вместе вдвоем пройдемся. Ты что сказал? Ничего. Я сказал: иди тогда нахуй. Повернулся и ушел. Что ты сделал? Ты пошел за мной? Нет. Ты сел в тачку, ты вернулся в машину. Вы сделали круг по Литейному и подъехали к отелю. Ты выскочил уже не один, с травматом. Но меня уже не было, я уже был в отеле. И вот вопрос самый главный. А почему ж ты целый год об этой истории никому не рассказывал? Ты дожидался меня несколько часов. Ты вышел из машины. Мы были с тобой вдвоем, один на один. И что ты сделал, Димаста? Ничего. Знаешь, почему ты ничего не сделал? Потому что ты никогда ничего не можешь никому сделать, если не чувствуешь страха. Если видишь сопротивление, ты можешь пиздить только детей толпой. Потому что ты черт. Трусливый черт. Один на один мы с тобой были. Вдвоем в 4 утра на Литейном. Только ты и я. Ты что-нибудь сделал? Нет. Я тебе предложил пройтись? Предложил. Ты со мной прошелся? Отошел от машины с пацанчиками своими? Нет. Почему? Всем понятно, почему. Хотя, может быть, ты не услышал мое предложение, потому что был в наушниках? Димас, ты легче, чем любой спарринг у нас в зале. Любой парнишка в зале у моего тренера тебя разъебет. Я очень жду наш бой.